Так, всем привет. Пойдите на кухню, неси мусор. Так, я заливала несколько цветочков. Так, 4 у меня почему-то получилось. 4 цветочка. Да, я думала их 5 почему-то. Так, нет, видимо 4. И вот таких вот корзиночках можно, в принципе, их собрать. Но, так, еще была 5-я кошечка, видимо, да? В кошечке уже не пойдет. Так, что же делать? Я хотела вот в этих корзинах. Ну что, может, в этих корзинах лучше залить клубничку какую-то. И прикольно, наверное, с ромашками там. Давайте тогда так. Теперь тасовка. Я тут упаковала мыло, которое у меня лежало на столе, сохло. Я им глазки нарисовала. Так, сейчас я посмотрю. А, нет, тут уже тоже нет. Тут вот мыло 23-е есть. Ну, что тогда я сделаю? Можно добавить... Это мыло, мыльные розы. Так, но дело в том, что у меня тут только фиолетовая. Это одна, что ли, роза? Сейчас что-то придумаю. Вот такая фиолетовенькая вроде одна. Тут я купила зеленушку, еще даже не открывала. Сейчас не буду открывать, я разрежу. Посмотрим, что за зеленушку я взяла. Тут, кстати, много. 100 штук. Недорого стоило, я купила. Распродавали. Так, о, смотрите, вроде... Петрушки листья называются, не знаю, написано, нет. Лист петрушки зеленый, да. Но они, ну, вообще прикольные такие. Смотрится так прям. Опа, интересно, мне кажется. Ну, сейчас вы не... еще я там взяла фиолетовенькие листочки. Так, и отколупать-то мне негде. Неужели заливать придется? Что-то я вообще все это. Мне хочется сделать какую-то такую композицию побольше. Сейчас я разберусь. Так, решил я взять все же корзинку и вот такие нежные розы дополнить, да, корзинку здесь. Пеноплекс положила. Так, и еще я вчера купила вот такую вот зеленушку. И посмотрим. Вот, хотелось бы мне вот с такой зеленушкой сделать, так сказать, с веточками. Она как патина, лаванда. Так, и до сих пор не нашла я свои эти... как их называют, плоскорезы или как, которыми я очень хорошо палочки, шпажки резала. Их до сих пор нет. Так, здесь у нас плотно уже сидит. Просто один кусочек сейчас я положу сюда же тишью, если у меня, да, у меня есть тишью. Так, вот, кстати, хорошая бумажка как раз мне подойдет по цвету. Фиолетовая. Сейчас отрежу кусочки. Всякой-всякой птичьи у меня везде по закоулкам полно. Но иногда бывает такое, что нужный оттенок нету нужного оттенка. Например, вот в прошлый раз делала стаканчики. И мне надо было красный. А, розовый. Или красный, наоборот. А был только, ну, несколько листов, а дальше был только уже розовый. И делала, в общем-то, микс. Ну, смотрите, как классно, да? Вот, что же мне делать? Куда же я их положил? Положил я и запихал куда-то. Не могу найти нигде. Я должна была повесить. Но они у меня были в другой комнате. Я думаю, только не потерять. Инструмент хороший. Но на тебе, его нет просто уже. Ладно. Сейчас посмотрим, как располагать цветы, чтобы они не потерялись. И надо ли тут какое-то животное? Ну, смотрите, миленько же. Мне хочется как бы тоже с животным. Сейчас посмотрим. Листы розы есть. Так. Мне просто что... Почему нужно вот эти вот кусачки? Потому что ножницами вообще-то делать неудобно. И как тут травма? У меня и так травма вот на пальце. Не хорошо показывать, конечно. Это я снейки делала вчера. Полезные. Еще делаю. Как это? Фрипсы. Фрипсы, вот. Так, вот такое. Не, может быть, слишком высокое, мне кажется. Давайте пониже. Еще пробить надо. Пеноплекс, он такой сильно плотный. Так, убрать. Из кадра надо рукава. Непристойный халат. Что я замерзла. Ходила в сад. Также еще с саженцами занимаюсь. В общем, чем только не занимаюсь. Смотрела на саженцы после морозов. Вот. И что-то так это... Под дождь попала, замерзла. Ну,
Вообще, как бы тут надо как-то так сделать красивенько. Вот так вот. Видите, как здорово. Сюда, да, подойдет? Сюда подойдет. Тут можно, конечно, пониже чуть-чуть добить. Это же на усмотрение. Блин. Не знаю, как мне сделать так, чтобы нашлись эти бокорезы. Забыла, как название их точно. Не хочется мне новые заказывать. Слушайте, возможно, я их в коробку с зеленью засунула. Не знаю. Можно посмотреть. Делала просто в другой комнате, собирала букеты. Не в своем уголке. Ну, я вообще в разных местах собираю. Вот. И тут делала как раз что-то. Я там тюльпаны, что ли, делала, собирала. Взяла их. Кусачки эти взяла, и все. И нет кусачек. Вот куда бы они делись? А, кстати, тут разная зеленушка. Вот сюда, может, или туда лучше такая пойдет. Вот я думаю, что на зубочистке достанет зубочистка или нет. Может такое быть, что не достанет. Вообще тихо, наверное, разговариваю. Это мне как бы нужен микрофон. Начинала я смотреть. По-моему, Лена Босс тут покупала микрофон. Ну, это она скрапом занимается, я тоже скрапом. Раньше активно занималась, сейчас всем занимаюсь, в том числе и скрапом. Здесь красиво было бы, наверное, да. Прям такой, мне нравится. Он такой необычный какой-то букетик этот. Хотя, может быть, сначала надо все розовые, все цветы воткнуть. И вообще, надо ли здесь зверюшку? Или не буду уже? Надо примерить. Куала сначала, она мне что-то не особо понравилась. А сейчас присмотрелась, смотрю, миленькая, да? Она особо покрыла синим вообще. Супер получилось. Стало супер-пупер. Так, не забудь, что у меня тут еще цветочки есть. Такие вот. Главное не переборщить тоже с зеленью. Но и не добарщивать тоже не нужно. Так, что? Иди на место. Нужно, чтобы было и, как это, пушисто, но не перебор. Сейчас попробуем вот это куда-то зацепить. Можно даже без палочки, да? Так. К чему-то там сейчас зацепим. Зацепим, закрепим. Так. Почему бы и нет на выпускной? Это я уже себе в мыслях спрашиваю. Подойдет ли такой букет на выпускной? И отвечаю сама же себе, почему нет. Конечно, подойдет. Так, дырочку заполняем, наверное, розой. Так. Ага, листик нужен. Листик. Мне прям просто жаль. Они у меня такие миленькие были, маленькие, удобненькие. Не совсем, конечно, такие острые, как хотелось бы. Кусачки эти, но выручали очень хорошо. А вот видите, сейчас получается то, что не особо острая палка, шпажка, и она не хочет залезать. Сейчас еще более-менее неудачно продевается. А то вот иногда вообще не хочет ни в какую продеваться, лезть. Так, каких мы тут веточек добавим? Вот таких вот или пушистеньких? Ну, кстати, красивые такие, можно так вот. Да, это я вот прям не примеряю, честно. Не знаю, нравятся, не нравятся мои букеты. Но вот у меня сейчас требуется, я тут заполняла документы, решала другие вопросы, другие дела. В общем, всякие разные дела, которые не вдохновляющие, не являются вдохновляющие, а наоборот, забирающие энергию. И поэтому мне нужно сейчас восполнить как раз-таки запас энергии. Мне нужно срочно что-то собрать. Я очень хотела открытку тут собрать, потому что мне нужно сделать опять дело. И, ну, перед этим вдохновиться. Вот. Тут еще у нас, да, две розы получается, да? Такая вот розочка. Можно сюда ее, да? Вот сюда, например. Можно уже не без листа, например, сделать. А лист потом просто дополнить. Роза это. Так. Заливала я
совсем недавно, но они уже успели отлежаться, как сказать, загрубеть, да, такие уже плотненькие, не только свежие, срезанные. Ну так, наверное, сделаю, да, красиво же. Ну так, советую, если, конечно, не эфир, но разговариваю с камерой. Уж что тут поделать, разговариваю с камерой. Куда деваться? Так, смотрим, высоковато, да? Сейчас бы я ими вот этим инструментом подрезала на раз высоту и делала остренькие шпажки. Надо его точно искать, потому что еще съедобные, если делать букет, то без него вообще никуда. Вот, смотрите, сюда. Опа. Как раз ее место встанет. И он такой вот прованс-стиль. Да, такой это. Лавандовый, фиолетовенький, сиреневенький. Такой миленький букетик получается. Так, нанизываю листочек. У меня вообще на самом деле нету практически одинаковых. У меня все там даже по два, по три. Ну, практически нет такого. Иногда просят повторить. Некоторые букеты, ну, повторяю, да. Это есть. Но так, чтобы вот в наличии несколько. Вот сейчас два букета с тюльпанами, правда, стоит. Так, вот это мне надо отрезать. Вот. Вываливается из общей картины. Вот. С тюльпанами примерно два одинаковых в сумочке стоят. Хотели его забрать, но выбрали уже другой по ходу пьесы. То есть пришли за этими тюльпанами, а потом в ходе собрали розы. Ну, там долгий был выбор, летающийся. Туда-сюда идти хочется, и эти хочется. Вот. Иногда вживую букеты намного симпатичнее, чем на фото, может, я фото не очень умею. Но еще сами букеты иногда вот фотографируешь, и которые-то прям легко фотографируются и становятся красавчиками на фото и в реальности. Иногда даже на фото более симпатично выглядит. А иногда вот букеты какие-то прям как не фотогеничные, как и люди. Вот. И как бы и крутишь, и вертишь, а они что-то не хотят никак вставать так, как надо. Красиво. А мне надо, чтобы было красиво. Вот. А они не в какую. Оп, вот так. Угу. У меня еще есть, наверное, лента сиреневая. Я надеюсь, что она есть. Сейчас вот сюда вот распушим. Ну, смотрите, как быстро собрался. А петрушку я, видимо, в следующем букете использую. Что-то я про нее забыла даже. Но здесь, мне кажется, гармонично вот эта вот сиренька. Ну вот, в принципе, да, белого тоже не буду добавлять. Это уже другая будет история с белыми такими вставочками. Хотя надо попробовать. Ну вот она уже, она красива, но уже что-то там лишнее. Нужно что-то с бабочками или с бантиками поэкспериментировать. Да, что-то добавить из этого. Убираем ее шпажки. Вот это все, это мне не надо. Это я убираю под стол. Я коробка с зеленью, я ее забыла убрать. И очень удачно она туда стоит. Вот, надо уже все разбирать. Что? Хочу завязать здесь где-то. Или, ну, бабочку, наверное, да? Так, слушайте, вот здесь вот мне хочется еще добавить. Вот так вот. А то что-то как-то пустота какая-то. Давайте так сделаем. Подклеим. Так. Пасха, как у кого прошла. У меня что-то как-то это мыло слабо. Шоколад немножко продался, и все. Сейчас уже. Так, посмотрим. Немножко не тот цвет. Более красивый. Сейчас еще найду. Где-то еще есть. Вот они. Уже раскрытый. Вот можно тут переплести или просто завязать, не знаю, как тут лучше будет. Вот так можно. Так, сейчас увидим. Можно тут просто даже большой делать бантик. Не просто, а большой делать бантик. Двойной, да? Вот так вот. Пушистый. Более пушистый. Вот.
домашний уже дополнительно. Сюда можно какую-то бусинку, например, сделать. Сейчас попробую разыскать тут. Среди скрапа вот такая вот есть. Опа, и вот сюда она хорошо пойдет. Я редиск, что ли? Да я прикалываюсь. Вот так. Вот. Ну все, по-моему. Быстро. Довольно-таки. В итоге вот такой вот букетик у меня собрался. Довольно-таки милый.